Всем привет! На связи GameShop, и на этот раз мы решили поближе рассмотреть интересные издания игр, которые ждут вас на наших витринах. Сейчас уже прошла эпоха приятных наполнений и толстых мануалов, а игры на современные консоли, за исключением дорогостоящих изданий, в основном могут удивить разве что двойной обложкой. К счастью, случается и такое, что есть приятные варианты по разумным ценам, которые заметно выделяются на игровой полке. Сегодня у нас таким изданием выступает игра Black Set Under the Skin, и ей есть чем порадовать коллекционеров. Но сначала пару слов о самой игре. Прямиком со страниц великолепных комиксов, которые, кстати, у нас тоже продаются, на наши экраны попадает харизматичный главный герой, детектив Джон Black Set, и он кот. Да, он кот, и мир, в котором он живет, копирует Америку 50-х годов, где все население — это антропоморфные животные. Их вид отражает индивидуальность, тип характера и в какой-то мере роль в истории. Часто в самих животных и их роде занятий можно заметить некоторую иронию. Например, почти все полицейские — это псовые, немецкие овчарки, ищейки и лисы. А персонажи преступного мира в основном хладнокровные, рептилии или амфибии. По жанру, что и комикс, что и игра, это нуарный детектив. И в обоих вариантах присутствует шикарный стиль и атмосфера. Сама игра чем-то похожа на The Wolf Among Us от Telltale, но имеет свой неповторимый стиль. Конечно, есть тут спорные моменты, такие как условная вариативность или графические проблемы на старте, но сейчас игра обзавелась комфортными патчами, а детективный сюжет и колоритные персонажи легко перетягивают одеяло внимания на себя. Теперь, когда мы немного обсудили игру, пришло время разобраться, чем же ее издание отличается от обычного. Вот, кстати, оно само. Бокс с диском находится в неком подобии картонного рукава, из которого можно уже увидеть часть дополнительных материалов. Первой идет карточка или даже небольшой постер по размеру бокса с переливающейся 3D поверхностью, на которой изображен главный герой и обложка самой игры. Прикольная штука, на которой можно немного залипнуть. Далее идут карточки поменьше с героями второго плана из игры. Сзади есть небольшие текстовые сноски, а сами карточки весьма плотные и увесистые. В финале карточка с центральным персонажем, детективом Джоном Блэксетом. Теперь немного посмотрим на сам бокс с игрой, и, к сожалению, откровений тут нет. Несмотря на это, издание вышло интересным и не похожим на стандартные. Признаюсь честно, глаз цепляется за этот экземплярчик. Для любителей интересных детективов определенно стоит присмотреться к игре. Для любителей пополнить свою коллекцию необычными физическими изданиями, то очень стоит обратить внимание на это издание. Эту приятную вещицу и еще много чего можно найти в наших магазинах GameShop, ну а мы скоро вернемся к вам с новым изданием, которое может порадовать своим оригинальным наполнением. Всем пока!